Дорогие зрители, всем привет. Хотел бы немного познакомиться с американской стройкой. Сейчас можем видеть квартирный комплекс строится. Система стройки возведения очень простая. Заливают фундамент, ленточный или плита, в зависимости от стройки. От бетона переходят к деревянной каркасовым заготовкам. Соединяют вместе и успешно устанавливают. Каркасовую систему обшивают листами ДСП. Квартиры из каркасовой системы могут достигать до 8 этажей. Крыша. Стропильная система, двухскатная, самая простая. Кров кровля обшивается также ДСП. Сверху идет битумная черепица. Наружные стены покрывают специальной пленкой и обшивают сайдингом. Внутри э, комплекса стены зашивают кипсокартоном. Вот практически все. Спасибо за внимание. Всем до свидания.